Привет всем, мы продолжаем играть в Киберпанк 2077. В прошлой части было дохренище просмотров, я сам удивился. И дохренище комментов, что у тебя слайд-шоу вместо этого. Ребята. Настроил графику, все, извиняюсь. Все, что влияет на FPS, я их чертям нахер отключил. Объемные облака, расширение объемного тумана, т.д. Потому что реально мой ком не вывозит. Говорили про GeForce Now мне. Но у меня-то киберпанка в Steam нет, потому что это пройти игру и все. У меня и так как бы... Я в половину считайте игр не играю, из-за проблем вместе. Ну, на диске. Вот, поэтому как-то так, с места у меня что-то решить. Поэтому пиратим мы, пиратим. Надеюсь, что FPS не будет сильно скакать. Возьмите при движении, я отключил, ну, можно поставить на высокое, но... Я лучше поставлю на низкое. Вот. Или вообще херам. Не знаю, я ставлю все низко. Поехали, нам продолжаем. Нам надо попасть в зону. Мы выручаем Эвелин Паркер. Собственно говоря. Так, это челик. Ничего так. Но я бы лучше живьем поглядел. На такие-то ляжки. Чё значит живьем? Это же программа. То есть я могу и приказать что угодно? Все, что захочу? Приказать? Кому ты приказывать-то собрался? Ее настраивать надо. В борделях разную хуйню можно увидеть, но это просто пиздец. Да, да, слышал? Да. Они как начинают орать, что им больно, так все... А тут я бы... Это голограмма. Ладно. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в VIP-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы? Этот дебил не хочет меня пускать. Да. Откройся! Чего ты хочешь? Не стреляй! Пожалуйста! Я тебе ничего не сделал! Спокойно, тебя я не трону. Я просто хочу поговорить. Так, вот так. Где Эвелин? Мне надо срочно с ней поговорить. Это важно. Она тебя чем-то разозлила? Нет. Ты можешь сказать, где она? Тут ее нет. Я пытался звонить, но она не отвечает. Она вроде поехала за новым лицевым экраном в клинику в Осаке. А, нет, в Осло. Да, точно. Так. Эвелин лично тебе сказала, что уезжает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман, кто это? Мистер Форест. Мы все зовем его Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. Может. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что... Так, секунду, я... Звук. Общая громкость, давайте мы на 80. Что им надо заменять в первую очередь? Так, Джон, заткнись. Так,
Так, зум протокола, отвлечение врагов. Так, давайте этого взлом протокола. Так, Е9, Е9, 1С. Найти кабинеты. График охранников. Так, замыкание. Вопрос, а что, такой прям слабак? Может, что-то прокачаю, не себе. А, еще, ребят, мне говорили, что типа, какого хрена вообще лажу голый, если могу надеть вот это. Так, это... Давайте уберем, что я могу одеть себе одежду. Два. Это давайте оденем. У этого меньше брони, чем у нашей вот этой хрени. Поэтому думаю, давайте мы ее возьмем. Далее. Во! Штаны. Вот эти возьмем. И обувь. 3.17. Вот, теперь я вообще буду непобедимый считать. Так, что мне еще есть? Я бы хотел силу скачать. Далее. Так, расход выносливости уменьшивается на 20%. Вот это давайте. Вкачаем это. А, недостаточно способности. Далее в реакцию. Так, ну я думаю, что... Давайте сейчас мы захилим. Дави, дави его! Хочешь поиграть? Давай поиграем! Кто ты? Чего тебе надо? Блин. Мой любимый цвет кроваво-красный! А, можно я тебя как бы не... Ну что, издеваетесь? А, так. Тебе есть пара вопросов. Брось пушку и отвечай. Только по делу.
И оружие брось, я сказал. Ничего я не знаю. Сражайтесь, тигры! Так, 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 идите нахер. Да ты просто король допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Жаль, ты не умеешь говорить с покойниками. Хотя нет, ты только этим и занимаешься. Короче, посмотри его, Дэк. Да, точно. А, короче, я что-то не так сделал, да? Ну, я с ним. Взять все. Да, Джонни, ты, думаю, прав. Надо говорить с людьми. Поэтому я думаю, наверное... А, какие нахер настройки? Загрузка. Вы серьезно? Выходи без оружия, мы ничего тебе не сделаем. Честное слово! Ну ладно. Так, а можно сесть или нет? Так, чё это? Найти информацию об Эвелин. И где ты мне предлагаешь её искать? Ящики, может? Ты где там? Я бы сказал, где. Так, сообщение. Ты в деле? Так. Пихнул ее Риперу. Ей сломали чип. Может, он отправил ее в починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. Так, ты давай мне не... Так, а у меня есть оружие? F5. Я, ребят, серьезно, я не хотел его убивать. Он на меня накинулся с пистолетом, что я должен был сделать? Поясните ко мне. Ну, такой, ребят, человек. Я хочу нахер всех валить. Так, ну у меня теперь есть сила. У меня сила на 11 вкачанная, ребят. Что я, собственно говоря... сделать. Так, система наведения на оружие будет работать лучше, если подключиться к нему через... Хорошо. Так. На, ребят, будет еще... Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Мы скачаем сейчас... Здоровье. У нас нет здоровья. Так, хорошо. Мне надо здоровье. Холоднокровие. Так, ну ладно. Может нам... Хорошо. Я хер знаю, где я, ребят. Сколько? Я уже недели три не играл с тебя. Бам! Зачем я хилку использовал? Давайте, знаете, что я еще немного уменьшу на 70.
Вот. Я думаю, так будет нормально, и меня будет хорошо слышно. Так, куда дальше? Куда дальше? Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла. Я ничего не знаю, я просто тут работаю. А я как бы ничего не это. Так, выйти из облака. Хорошо. А у меня как бы есть с собой уже оружие, как бы я могу сам сейчас вас сейчас найти и быстренько всех перейти. Так, мне ничего сейчас нет, да? Не вернули. Рюкзак, что у меня есть, значит? Во! 186, 125... Так, я это говно сейчас разберу все, ненужное. 98. Вот это я бы оставил. Этот пистолет, он по сравнению с моим 134, 125 нахер его тоже. 138. Это уже вещи, да? 199, 110, 71 его тоже. 162. Я, ребят, по урону. Я остальное говно разбираю. Так, мы можем тоже разобрать до 90. Вот это тоже нахер. 138. 134. Вот это разбираем. Так, вы действительно хотите создать культовый предмет, а что с ним можно делать? Ну, я пока его, значит, разбирать не буду, но он мне, в принципе, нахер здесь не сдался. 95 это я разбираю. 110 разбираем. И все, вот этот я ставлю сюда. Стандартный дробовичок я ставлю сюда. И вот эту хрень я ставлю сюда. Все. Остальное я, ребят, пока... Ну, это типа снайперка, да? Ну, я не знаю. Но... Так, убери пока нахер оружие. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Джонни, какого хера? Угадика. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Хм. Ну, не совсем. А какая разница, надувная кукла или живая? Ну ты как, готов? Да просто живая. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Тот же латекс, только живой. Это такой современный вид трочки, вот и все. Бля, а ведь логично, так, сука. Хорошо. Лифт смысл. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказатель... Да я же уже все это. Ну, короче, я не знаю, ребят, как по FPS. У меня на втором мониторе, ну, как бы, показывает, что... Вроде хороший FPS. Так, первый этаж. Первый, ребят, этаж. Я не знаю. Я еще не знаю, что отключать. Я все, что влияло на FPS, поотключал. Напишите в комментариях, что еще может влиять на FPS.
Я вроде, ребят, все отключил, все, может, приятный FPS. Можно только отражение вот так, ребят, сделать, выкл. О, ви-ви-ви. Спокойно. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Так, ну все равно. Игра сохранила. Хорошо. Стрельни, отражение и сервосин. Показывает 35, 30. Ну, короче, в среднем 30 FPS. Ну, ребят. Блять! Ну это что за херня? Да что ж такое? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Так. Скажи, пойдем уже отсюда. Зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Ну, как бы да. Найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Слежу. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Кошей моих проблем с чипом. Да, а умом-то ты не блещешь, как я посмотрю. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. Так, И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Да, мы такое слышали. Я так слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Теперь же нелегко говорить. Ты, бля, ну как бы... Так, минус FPS. Во. Сейчас нормально, когда смотрю сюда.
Так, позвонить Джуди дополнительно. Давайте позвоним. Ви, ты все-таки мне позвонил? Да. Позвоним. Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука! Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви. На нем клейма ставить негде. Еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Это моя тачка. Так, машину я какого-то хрена не смог. Ладно, поехали. Вот чем мне нравится Киберпанк, чем я его ненавижу, чем привет, я его обожаю. Привет, Найт-Сити. Как обычно, ваше дело – это мое дело. То, что... Сегодня мы рассмотрим подмиг... Что? Отражение. Давай нахер уберу. Что мне еще? Выкл. Низкое. Что мне еще? Топом Moore Technologies. Лидеры на современном рынке... Ну, не очень, ребят, получше стало, но... Лучше с отражением. Ну, да. Тут уже... Модификаций. Тут, ребят, как говорится, игра сохранена. Хорошо, она сохранила. Тут надо... Буду себе скоро брать и покупать компьютер. Не так давно Мур выпустила новую серию элитных имплантов. Титановый череп Bright 4K. Комплект костей Eiger T. И комплект рук Hellstock W. В общем... Тем временем, их первое успешное изделие по-прежнему очень популярно. Заменитель иммунной системы Лискамс высоко ценится среди любителей киберимплантов по всему миру. Вот, ребят, чем, значит, эта вся история уже закончится? Я знаю, ну, как бы, наперед не буду загадывать, но вам все-таки расскажу. Мы найдем Эвелин, да, мы ее как бы спасем, но она будет в критическом состоянии. Ну, а это и правильно, как бы, эта баба нам говорила, я вам помогу, то есть... Если что, я вам помогу освободить чип. Кстати, быстрые перемещалки. Ну, я хочу немного покататься на машине. Так. Вот. Здесь вроде бы FPS никак. Атмосферка тут что надо. Я занимаюсь техникой. Они творю чудеса. Принеси батарейки. Не буду же я сама. Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Не нравится? Иди куда хочешь. Да, тут ты показываешь, кто перед тобой. Так, еще мне там вроде писали в комментариях насчет. Вот так он. Ви, ты можешь говорить? Это важно. Случилось. Стой, котик. Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Общий. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Допустим. Ребят, сразу разъясню. Вот это... У меня, конечно, тоже оно перед экраном. Вот это немного размытие. Но это ночь. Ночью у меня всегда такая проблема. Днем у меня FPS, ну, 30-20, но не так, как на OBS. Поэтому, если что, это виновата OBS. Поэтому как-то так. Так. Ну и как ваш друг может нам помочь? Нужно встретиться втроем. Я,
ты и мой друг. Тут я поясню ему тоже, что и побуление, что происходило в компеке Плаза. Бедненько, зато работает. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Даже в рассрочку? Уж кто-кто, вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Вау! Вот это да! Ну ты даешь, малый! Так, ладно. Херовый дробовик очень сильный. И пока вот этот перезарядится, я лучше мой пистолет возьму. Давай резче. Так, лечимся. Что-то ты сильно меня бьешь. Зеленый лук. Так, хорошо. Надеюсь, тут никого нет. Лаку убрал живо. Думаешь, я тебя боюсь, доска? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Это Джуди? Если она тебе что-то должна, иди и подавай в суд. Не трогай меня! Окей, надеюсь, понял. Эти членососы научатся Привет, справлять Ли. Нужду в другом Привет. Месте. Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого Фингерса? Слышал о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Да я не бойся. Знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. Не боись. Так, чего? После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Ладно, попробую. Так, ты не в курсе, где Фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то. Уже довольно давно. Должен скоро закончить. Не особо надейся, киса. Иногда он по несколько часов не выходит. Да-да. Особенно, если принимает оплату сразу после операции. Так, а силушка на 11 не хотели? У меня нет времени столько сидеть. Ха, так каждый сказать может. Разнести эту богадельню по кирпичику может не каждый.
После этого сидеть тут будет уже некому. Господи! А чё сразу таким тоном-то? Проходите, если уж вам так срочно надо. Надо. Давай, пойдем. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Рано вон вроде поздно. Все. Что, заходим? Да, зашел же. Ну, здравствуй. Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Инфу дай. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она была здесь, в твоей... клиник. А, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? И в женских трусах. Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Сказали, что ли? Так, Ты же слышал, я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, ну, тебе мы можем хочешь. Тоже применить. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке, как будто они... Лучше сразу выкладывай все, что помнишь. Иначе ты не забудешь мое лицо до самой смерти. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Нахер. Они говорили про бабочку, про вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Не, давайте бить до конца. А, все. Так ты такой, блин, слабенький, слышь. Мне надо подышать. Жду внизу. Три удара, и все. Так ты, блин, такой слабый. Можешь себя это как бы. Нет, шо ты. Вот, все. Добил, как говорится. Так, как говорится, все добил. Так, а я бы хотел что-то еще сутать, но здесь ни хрена нет, да? Ладно. Не могу делать? Не? Я не могу, оказывается. Я бы ее это все из-за меня. Не из-за надо тебя. Было просто не пускать ее в облак. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Так. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Ну, ясно. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну, да. Наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил. Может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. А кто их знает? Кто их знает? Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта «Удовольствие Найт Сити» есть зеркало в Даркнете. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное?
Сейчас надо подумать. Так, у меня есть идея получше. На Чпок Стрит видел магазинчик. Там было много разной порнухи. Думаешь, мертвая голова там есть? Надо проверить. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Так, ладно. Ну а что? Проверить надо. Проверить все-таки надо. Так, я бы не отказался от машины, или мне ее надо купить, а, ребят? Мне машину надо купить, или она у меня автоматом появится? Сколько там? 41 минут. Напряги воображение. Я пытаюсь, но что... Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Это не ко мне. На Чпок Стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Хорошо. Так. Чпок Стрит. Хорошо. Нет, спасибо. Спасибо. Я не нуждаюсь. Я у меня есть. Ну, как бы, нет, я не хочу. Эй, Чумба, это что за наебалово? Тут же не хватает 4 кусков. Я столько получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай. Я не с Пабло работаю, а с тобой. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Нормально. Так, в общем, киберпанк игра мне нравится. Но... Так, нам надо туда. Нам надо склад 2. Вниз надо. А, она в самый низ. Хорошо. Значит, в самый низ. Так, я сразу, ребят, хочу рюкзак и опять куча всякого говна. 137. Вот этот может. Дробовик 100. Сто сорок три, кстати. Давайте, значит, мы вместо вот этого поставим пистолета. 143. И если что, мы им будем пользоваться. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. Да. Но... А ты что? Покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Да у меня пушка, я могу тебя отпугнуть. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Был бы я агентом, ты бы уже сидел в наручниках за то, что продал чуваку передо мной. Ладно, ладно. Я на всякий случай. Чего хочешь-то? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Так, Ну, покажите, что у вас интересного. Чего? Это... 350. Ну, не так уж, чтобы... Ну, ладно. Ну, 350 евро долларов не так уж и много, но, блин, бабла у меня нема было, честно. Приятно иметь с тобой дело. А я мог бы тебе пихнуть что-то.
Продать, ну ладно. Так, пройти к фургону Джу. Хорошо. Хорошо. Так. Вот здесь начинает прям сильная FPS проседать. Короче, мы сейчас выполним это задание. И будем заканчивать. Или я еще одну серию запишу. Я не знаю. Или да, или нет. Я как бы... без понятия. Жду, здорово. Залезай. Хорошо, поехали ночью. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. Так. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Хорошо. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Давайте сначала посмотрим, потом будем. Можешь осматривать, что хочешь. Баба из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Заказ недавний. Так, хорошо. А как? Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Хорошо, так, Юз. Ну и жара. Датчики температуры зашкаливают. Хорошо. Не отвлекайся. Это Эвелин. Так. Спецовка с нашивкой Корпо Электрик. Еще на все. Мне игра понравилась. На спецовке нашивка корпорации Электрик. Хорошо, ну я же сказал, все. Алло, тебе. А это не может быть реквизит? Я без понятия. Никогда не поверю, что кто-то дрочит на форму рабочих. Это объясняет высокую температуру. Может быть, ты и прав. Да, конечно, FPS тут у меня очень жесткий. Этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Так.
Так, картонная коробка. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Ну, я уже как бы понял, как пользоваться этим всем. Типично для помойки. Кофе, короче. Ищем станцию электриков, рядом с которой есть бак и слайс. И что? Чего? Значит, кто-то постоянно ходит в бак и слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, в любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Короче говоря, эти твари мусор, мусорщики. Здравствуйте, меня зовут Ариф Экбал, и это новости WNS. Ладно, поехали туда. Наш выпуск открывают новости. Ясное дело, ты со мной? Да. Биологического оружия еще конечно. Да, поехали. Погнали. Вспыхнула между Арасакой и Милитехом. Миллионы людей, зверей и растений погибли за считанные минуты. Такая же все судьба, еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Острова или его прибрежным водам. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. Суперкомпьютеры продолжают работать на энергии местной приливной гидроэлектростанции. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. И то и оно. Корпорация Арасака уже возложила ответственность за кризис на велитет, сотрудники которого бомбили Пусан. Президент новых соединенных... Так, она у нее скоро уже заканчивается. Тем временем в Европе правительство по Дании в очередной раз проводит кампанию против черных археологов, ведущих... И мы на месте. ...на территории Венеции. Хорошо. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались... Ну, это уже будет в следующей части. Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. И спрос со стороны коллекционеров лишь воодушевляет расхитителя. Сообщается, что стоимость скульптуры... Учти, там будет опасно. И, если ты хочешь оставить меня здесь, прости, не выйдет. Ладно, я пошел. Давай. Все, еще раз F5. И на этом, ребят, будем мы заканчивать. Встретимся уже в следующей части. Продолжим проходить киберпанк. Киберпанк. А пока что все. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Все. Всем удачи, спасибо за внимание и всем до новых встреч.